На Театральной площади развернулись интерактивные досуговые площадки. Только в первые часы работы в них приняли участие несколько сотен человек. Все желающие смогли испытать себя в военизированной эстафете, перетягивании каната и даже поучаствовать в рыцарском турнире. Очень весело с командой так посоревноваться, особенно когда друг против друга. Мне кажется, самое веселое было на лыжах, так как надо командную работу. Но это было забавно, когда первый идет, спотыкается, и все остальные тоже. Интерактивные площадки работали весь день. Несмотря на непогоду, молодежь активно проявляла себя во всех видах состязаний. Специалисты управления по делам молодежи постарались организовать досуг таким образом, чтобы дети разных возрастов нашли занятия по душе.